С 4 по 23 мая в Республиканском учебно-оздоровительном лагере «Балдаурен» пройдет конкурс военно-патриотических клубов «Служу Родине». В нем примут участие больше 300 школьников со всей страны. Наш регион представит сборная района имени Габита Мусрепова. Мои коллеги встретились с будущими защитниками Отечества. Ровная осанка, четкие выверенные движения и уверенность в своих силах. Ребята из района имени Габита Мусрепова лучшие в этом деле. В июне прошлого года они стали победителями областной военно-спортивной игры «Алау» и заслужили поездку на республиканский конкурс «Служу Родине». Четкий шаг. Уже сегодня вечером они отправятся в республиканский учебно-оздоровительный лагерь «Балдаурен». Там пройдет заключительный этап конкурса. В составе нашей сборной 14 человек. Евгения Лосеева 4 года занимается зимним многоборьем. Это помогает ей наравне с юношами выполнять нормативы. Говорит, одноклассники часто не разделяют ее интересов, зато родные поддерживают во всех начинаниях. Сейчас современное поколение много времени проводит в интернете. Это не совсем правильно, так как мы больше времени проводим дома, не дышим воздухом и просто проводим впустую время, а мы привозим просто толк своей родине и здоровье будет больше. В республиканском этапе конкурса примут участие больше 300 человек. Это ученики 7-9 классов. В программе смотр строя и песни, разборка оружия, оказание первой медицинской помощи. Всего около 10 заданий. Целью этого конкурса является воспитание казахстанского патриотизма, активно гражданской позиции. И я думаю, что на этих соревнованиях наша команда достойно представит военно-патриотическое движение нашей области. В регионе 28 военно-патриотических клубов. В них занимаются больше 500 детей. Алина Баржанова, Адиль Нуржанов. Новости МТРК.